Почему сегодня гости к нам со всех концов спешат? Потому что здесь сегодня открывается детсад. Президент издал указ, чтоб дошкольники у нас все ходили в детский сад. Этому был каждый рад. Рады воспитанники детского сада номер 15. Действительно большому событию. После реконструкции открывается корпус садика «Колокольчик». В течение 2 месяцев продолжались работы по ремонту старого корпуса детсада. В итоге здание, построенное еще в середине 20 века, буквально преобразилось. Так, например, фасад был покрашен в жизнеутверждающий оранжевый. И теперь радует взор воспитателей, родителей и, конечно, ребят. Делать добро всегда очень здорово. Когда это добро делается для детей – это вдвойне приятно и радостно. Мы очень любим наших детей и хотим, чтобы в этом новом садике им было более комфортно. А чтобы они почувствовали эту любовь, мы сегодня его откроем. В садике была отремонтирована кровля, вставлены новые оконные блоки, заменены все коммуникации. Самые большие и необходимые преобразования произошли внутри здания. Реконструкция позволила расширить площадь помещений, которые, в свою очередь, выглядят совсем иначе после косметического ремонта. Здание было очень старым и очень нуждалось в ремонте, потому что здесь было вообще, в том смысле, что и потолки бы провисали, и стены были уже не пойми какие, полы проваливались, и не было отдельных моечных даже для посуды у нас. Сейчас реконструкция прошла, то, что у нас сделали отдельно моечное в каждой группе, туалеты расширились, убрали лишние стены, и тем самым мы выиграли даже 2 кабинета, получается маленький мини-зал. У нас нету здесь зала музыкального, ни спортивного. И комната для занятий, это на первом этаже у нас. Не только новые стены, но и обновленная обстановка. В группы поступила современная и качественная мебель для малышей. Здесь, можно даже сказать, здесь была полная реконструкция. То, что мы в самом начале увидели, когда разобрали стены и поняли, что здесь работы на эти средства, которые были выделены, достаточно сложно будет выполнить. Тем не менее, строители молодцы. Эту работу они выполнили. Всего в отремонтированный корпус детского садика будут ходить 120 ребят, из них 30 в ясельную группу, которую планируют открыть в соответствии с поручением президента Российской Федерации. Так, малышей в возрасте до 3 лет здесь начнут принимать с 1 сентября. Александра Гранич, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».